На 25 марта общее число зараженных коронавирусом превысило 436 тысяч человек. Чуть более 110 тысяч из них выздоровели, почти 20 тысяч погибли. В России зафиксировано 658 случаев заболевания. 29 человек выздоровели, никто не умер. 17 марта телеканал ЮТВ каждый день проводит опрос о коронавирусе среди уфимцев. Мы узнаем, как изменился их образ жизни в связи с пандемией. Знают о пандемии коронавируса 98% опрошенных. Поменяли свой стиль жизни в связи с пандемией 43%. 55% вносить коррективы в свою повседневную жизнь не стали. Ограничивают близкие контакты с людьми, не здороваются за руки и не обнимаются 63% опрошенных. С начала опроса этот показатель увеличился на 20 процентных пунктов. Пользуются специальными средствами, антисептиками и медицинскими масками 62%, а продолжают пренебрегать мерами предосторожности 32% опрошенных. Избегают массовых скоплений людей 74%. Таких людей становится все больше. В опросе каждый день принимают участие 300 респондентов из Уфы.